Привет всем, вы снова на канале Stock Tesla, с вами Виктор. Отвечу на вопрос заданный. Спрашивает, вот сняли там двигатель, сливали антифриз, вот, собрали, залили антифриз и насос шурует, ну, очень громко. И задают вопрос, как прокачать систему. Сразу скажу, да, есть такая проблема, когда снимаете, развоздушиваете шланги, ну, то есть какие-то шланги рассоединяете, система завоздушивается. Ее обязательно надо прокачать. Вот. Самостоятельно вы этого не сделаете. Нужно подключать компьютер, иметь программу и способом программы, подключением к автомобилю, запускать прокачку системы охлаждения. Вот. То есть просто залив антифриз в расширительный бачок, ничего она не изменится. Нужно подключаться. Вот. Эта программа, ну, просто так не найдешь. Она только специалистов на компьютере, на ноутбуке. Ну, в основном на ноутбуке подключается к автомобилю и запускается прокачка. Самостоятельно не прокачаете. Вот. Так что по поводу прокачки только таким способом, с помощью компьютера. Вот. Ну все, больше об этом ничего сказать не могу, потому что все остальное я делаю тоже через компьютер. Есть программа, запускаем и прокачиваем. Так что как-то так. Ну, больше по этому поводу, по этому вопросу больше ничего сказать не могу. Всем спасибо, всем пока.